Всем хрю, с вами Зомби Хрю. Всем добра, с вами Добрый. Чтобы победить, нужно либо пройти Майнкрафт, либо убить своего соперника. Ну и также во время прохождения у нас будут появляться способности, и мы будем превращаться в различных монстров. Сейчас, допустим, кабан мумия, я зомбик. И какие у тебя способности есть, кабанчик? Так как я мумия, ребята, мумия ассоциируется с чем? С пустыней. А в пустыне что бывают? Пустынные торнадо. Вот такой... Черт, я его показал, теперь у меня на свиток меньше. Ну ладно, ничего страшного. Тогда я тоже покажу тебе свое умение. У меня есть вот такой бесконечный посох, который кидается лавой. Хотя нет, он конечный, кстати, нет, я обманул тебя. У меня ветер безобидный, у тебя лава, это нормально. А, там левиафан, смотри. Ты все безобидный. Ну ладно, не повезло. Так, кабанчик, давай. У кого первого выпадает курочка, тот бежит первый. Хорошо, давай. Блин, кабан сзади! Убегай! Что это? Убегай, кабан! Все, я раз, уже побежал! 2, 3, 4! Я тоже убегаю! 5, 6, 7, 8, 9, 10! Так, все, я могу бежать за кабаном. Все, я его вижу. Так, он пытается там дерево добыть. Что, получилось? Я ничего себе! Успел! Я уже бегу, кабанчик! Делаем быстрее верстак! Делаем палочку. Дерево. Блин, какие-то зеленые штуки ко мне пристали. Что за фигня? Так что у меня есть меч. Если он ко мне придет, я убью, просто убью. У него больше ничего нету. А хотя у него посох с лавой. Но ладно, у меня есть торнадо и меч. Так, а вот он и пришел. Я слышу, по-моему. Тихо. На шифт. Где-то здесь, да? Элементали напали на него. Они напали на меня! А, вот он ты на дереве забрался. Иди-ка сюда. Это нечестно. Так, сейчас, у меня же есть меч. А, чё, ко мне кто-то напал? А что это такое? Они поджигают? Это что такое? Я не знаю, что они делают, но у меня уже очень мало здоровья на самом деле. Я забыл спросить, у тебя сколько сердец? У меня 10. Максимально. А, нет, даже 8. А, 8, а у меня 13. Ну, повезло тебе. Ну, зато у тебя посох сильный. Пока он там куда-то убежал хилиться, я могу бить коровку. Может, сделаю хотя бы носочки кожаные. Ну, еще пожрать. Нет, походу, я ее не убью. Ко мне пристал элементаль. Все, ладно, сваливаем. Все, я выбежал из леса на пустырь. У меня есть 6 кожен и 7 говядины. Осталось взять печку и верстачок еще один. И все это перекрафтить в броню. Пока там добрый. Не знаю, что там делает. Пока там добрый что? Не знаю, а где ты там вообще? А я-то недалеко. Да? А, вон он! Я вижу его! Так. Ты сюда побежал куда-то. А, у меня же есть дерево уже. Быстрее верстачок, быстрее. А, так, вон так, он так, где! Так, сливается так. С деревом там. Так. Что я еще могу сделать? Больше ничего не могу сделать. А нет, могу кирку еще сделать. Аккуратней, к тебе дракон бежит, кабан! Какой дракон? Он сейчас пройдет Майнкрафт за нас! Так, ладно, можно... Можно пока в тебя... Блин, у меня недалеко стреляют мои эти шарики лавовые. Помогись. Он идет прямо за мной. Так. Опа, иди-ка сюда, кабанчик. Добрый, отстань. Да помоги за мне, добрый, помоги. Так, ладно, я пока свиней немножко подолблю тут. Ты там пока бегает дракона. Я к нему не хочу добрый, подходить. Добрый, подолби немножко дракона. Нет, я боюсь. Тут каждый сам за себя, кабан. Почему он тогда идет только за мной? И я знаю, как мне выжить. Я должен найти пещеру. А, может быть, она где-нибудь поблизости есть одна. Кабан, если что, он может ломать блоки. Отлично, нет, он только... Он точно это не сломает, это слишком глубоко для него. Нет, не дай бог он это сломает. Не дай бог... Что это? Ребята, спидран превратился в какой-то бред. Ребята, мы сами этого не ожидали. Какая-то хрень происходит. Так, о, хороший кабан. Одновременно получили. Да, ты тоже камень сломал? Да, да. Так, я сделаю факел, чтобы ребята видели, что происходит на экране. Он, кстати, может отстать? Скорее всего, нет. Мне нельзя к нему идти, потому что у меня просто... Убьет. Из-за него лаги происходят. Я не могу ходить через стены. Ну, как через стены? Я и так не могу ходить. Так, все, кирочка готова. Отлично. Делаю печку. А, печку не сделал, у меня нет булыжника. Так, я уже сделал первый стейк. Наконец-то я покушаю. Так, вот еще один о, подошел. О, пещерка. Отлично. Так, сейчас. Че? Сейчас. Железка готова. Стоп, я там железо опа! Видел. Возможно, это а мое. Это кто у нас тут? А это кто? И сваливаем. Так. Сваливаем. Да блин, дракон, не подают пройти. Лаги. Так, иди-ка сюда, мой маленький. Так, все, сваливаем. Иди сюда, моя маленькая мумия. Дракон сдох. Так, ты где? А вот он ты. Так, секунду, я сейчас поем и на развороте его, может, просто убью. Думаешь, так, у меня есть торнадо. Торнадо есть. Ага. Так, аккуратненько. Конечно, на развороте, да? Ну-ка, иди сюда.
Ай! У него лава есть, я забыл! А, не попал, не попал! Так, поехали, драться, получай, драться, получай. Драться, победа, Так, тихо, аккуратненько. Бежим за ним, бежим, бежим, А что торнадо так много наносит-то? Сейчас будет первая победа. Какой торнадо? Я тебя деревянным мечом бью. Так, кабанчик. Опа, на, стой, получай. Стой, стой. Все, отлично, поджог, поджог. Вода, 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 так, вода. Хорошо. Так. А, он убежал, так. Он мог меня убить. А, хотя у меня торнадо. Возможно, я бы его откинул, сам убил. У меня просто хп нет, еды нет, ничего нет. Кушаем, 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 валим, сваливаем. Блин, где еду? О, овцы. Обратно отлично. В пещеру. Я в пещере видел железо. А, он, может, забрал его. Он что-то нам про железо говорил. Сейчас проверим. Так, 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 где-то тут. А, паук, 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 паук. А, вот оно, вот железо. Так, добываем. О, господи, на меня какой-то гиппогриф. Чего? Спустился тут. Чуть не убил меня. Два железа. А что так мало? Так, ребята, возможно, сейчас я стану охотником, а не спидранером, потому что у меня сейчас все хорошо по железу. И последнее. Так, ну пока добрый меня не нашел, быстренько, быстренько, быстренько сделать железо. Опа, и сделать броню. Подожди-ка, я стал выше. Отлично. Да? Че, ну... О! Я вообще горгулья какая-то, кабан. Я не знаю. Да. Блин, очень плохо, что я высокий. Так, но способность моя нравится. Добрый! А? Я лягушка зеленая, пупырчатая. Чего? Как в Шреке. Да! Жесть. Так, подожди. Ну, лягушка, я думаю, не особо сильная. Надо сейчас будет тебя немножко подловить. У меня же еще новая способность. Посох какой-то. Так. Посох? Ну-ка, смотрим. У да. Лягушки? Как у тебя? Так, она водой кидается. Ты лава, я водой. Я же лягушка. Я это, плаву в водичке, плююсь. Кайф. Блин, это плохо. Кстати. Отлично. Хорошие новости. Твоя лава бесполезна. Ну, это мы посмотрим еще. Так, ну что на не хватает? Потому что у меня всего 6 железа. Там что, уже железо плавишь, что ли? Ничего ты. Да. А, стоп, какие штаны? Я себе могу меч сделать. А, кабанчик, кабанчик еще не знает то, что меч профессионалы не делают. Как это? Ладно, я тебя просто обманул. На самом деле, дед. Так, забираем с собой печку, забираем верстачок. В принципе, с моей способностью торнадо и плевка водой, я могу уже идти надрать доброму жопу. Как вы думаете? Я думаю, можно попробовать. А ты где, кстати? Ты куда убежал-то? В пещеру свою вот эту вот, да? Да, там, где дракон вонючий. Черт, меня сейчас скелеты просто убьют. Ай! Отлично, давай, давай. Одно сердце, ребят. Ладно, будем кушать сырую говядину, выбора нет. Кстати, интересно, я быстро плаваю? В случае чего, я, может, просто могу уплыть от доброго. О, вода, сейчас как раз проверим. А, нет, у меня какая-то, это... не плавающая лягушка. Она по дну ходит, она не плавает. Так, пришло время переделать сырую говядину. Я там парочку коров убил, пока делал печечку. И рядышком есть еще одна пещерка. Заборюсь туда. Так, отлично, первое железо. О, ты железо нашел, поздравляю, добрый. Опа, еще железо. Обязательно, сейчас нужно не забыть сделать щит. Добрый, ты не слышал? Не-не. Хорошо. Ха-ха-ха, все, пещера закончилась, обидно. Переделаем железо, ребят, и вы не поверите, на какой шаг я осмелился пойти. Мы сейчас пойдем искать доброго. Да-да, мы не ослышались. Так, ну и сапожки уже на подходе. Отлично, последний кусочек железа пойдет на щит, и мы отправляемся за добрым. Все, сделал щит. Все, добрый, держись, я иду к тебе. Так, я забрался на высокую горочку, я и внимательно выглядываю нашел, добренького. Пещеру нашел? Да. Опа, так, ямка. Какой шанс, ребята! Так, так, спускаемся. Аккуратненько. Зомби напал. Аккуратненько спускаемся. Аккуратненько спускаемся. У меня есть план. Кидаем воду. Она, походу, очень большая. О, лягушка! Я пришел убивать. Ты чё? Это не лягушка, да? Меня! Получай! Торнадо! Опа, попал, куда попал. Попал чем-то, так? Это что у тебя за способность? Чё это жесткая? Не знаю. Ты вообще видишь меня, что я такое? Ты можешь рассказать? Меня вообще напополам порвало. А чё это ты решил сюда прийти-то к нам не? Ты думал, у меня щита нету, что ли? Блин, а чё не могу тебя ударить? У меня тоже щит. А, ты лягушка, потому что прыгаешь. Так. Так, ребята, торнадо, поехали, поехали. Так, нет, воздуха. Ладно, валим. У меня есть вода, куда пока валим? А что она как-то вода не наплевать мне на твою воду. Фу. Сейчас мы его сожрем, ребята. Не разбрасывайся тут свои. А, дракон сзади. Повезло, что убежал. А, он за тобой бежит, отлично, повезло. За мной, в смысле за мной? Нет. Не надо за мной. Он за тобой. Еще один летит. Где? Где еще один? Красный там, слева, с другой стороны. Ты куда пропал? Ты куда убежал? Я, да побежал просто прямо.
Так, все, главное дракону убежать. Может быть, с жабой я исправлюсь, но с драконом пока нет. Нет, с жабой ты точно не справишься. Где ты? А, вот она, жабка. Маленькая. Иди-ка сюда. Ух, блин! Так. А, дракон! Нет! Добрый, сваливаем от него, что ему-то надо-то от нас? Да я не знаю, откуда их столько здесь взялось. Может, ему мой стейк нужен? А может, ты понравился? За мной еще жаба бежит. Он еще и плюется. Да жаба, это не страшно. Так, у меня просто еда заканчивается уже. У меня осталось, блин, одно сердечко. Дракон бежит быстрее меня и угадай за кем. Ай, за мной, видимо. Да. Валим на гелике. Интересно, кто быстрее убьет тебя, я или дракон? Надеюсь, что никто. А, вот ты, я тебя вижу. Так, вроде оторвались от этих драконов вонючих. Чё, думала, дракон что-то... убежал, от меня тоже убежишь? Нет, а вот они. В смысле? Чё меня замедляет? Какой-то цветок в меня плюнул. Да-да-да, меня тоже. Так, поджопник. Что ты? Что это сзади? Надо? Что? А, да это хрень. Да-да, хрень, конечно. Удачи, давай справиться с этой хренью. Я уже ничему тут не верю. Так, супер прыжок поможет мне. Да отстань от меня. Что за хрень? Так, надеюсь, ладно, хотя бы в горах никого не будет, потому что там одни драконы. Все, я убил ее. Фу. Противная вонючка еще летает. Надеюсь, он недалеко убежал. Это же добро, да не может. Да я бегу к тебе, мой миленький. А куда это ты ко мне бежишь? Торнадо! Торнадо и щит! На! А, у меня одно хп! Отстань меня, отстань меня! Не могу попасть почему-то. Одно хп, ребят! Так, так, ладно, свалю пока. Уже 2.5. Куда ты сваливаешь? У меня 2.5 хп. А, нет! Где торнадо? Да почему оно так странно летает? Потому что это торнадо. Согласен, непредсказуемое явление. Так, ладно, пока. Валим, дракон! Нежный! Чё их так много? Еще цветок какой-то, господи! Так, блин, дайте хоть мне железный сет-то сделать. Я не могу. Так. Опа, дракон решил тут все разломать. Сваливаем. Дам ему шанс тогда. Он куда-то убежал, не могу найти. Да-да-да, я тут лучше железо еще раз добуду. Точно встречу. Что это? Что это такое? Что-то вылезло из камня. И не дает мне просто подняться. Что это такое? Опа! Жабка, здравствуй! Чё, как дела у тебя? Нет тут никакой жабки! А, дракон! Сваливаем! Так, вроде убежали. Еле сбежали от этого ледяного дракона. Добрый, ты Чё? Изменился! Ты стал... А, ты тоже! Чё это вообще такое, кабан? Не подходи ко мне! Я раздувшаяся жаба! Так, ну-ка, способности... Это я от воды набух! О, все, забей вообще. Я просмотрел. А, ты что, телепортируешься? Забей вообще, кабанчик. Чего? Иди-ка сюда. Чего? Иди-ка сюда, мой сладенький. Так, что у меня есть? Что у меня есть? Так, опа. Ага, а вот так вот не хочешь? Что такое? Что это? Ух. Ой, извините. А, я застрял. О, добренький застрял. Хи-хи-хи, давайте я потушу немножко. Так, а вот все, так, тихо. Да все, теперь убиваем его. Я опять его простил, я мог его просто убить. Да добрый, да стой же ты. У меня сердечек много. Кстати, у меня 30 сердец. А у тебя сколько? Так, все, убегаем. Куда-то убежаем. И сейчас на разворотике. А, он сам потерял. Маленький элементарчик. А, вот это где. Ай, да блин, ну я слишком большой, меня легко заметить. Ну да, к сожалению. Ну а тебе. Так. Ой, что это, волос? Ты что, Тора пересмотрел? Конечно. Знаешь, у меня какая способность есть. Где ты? Яйцами тухлыми. На, тухлыми яйцами. Ага, ты думал, мне будет больно? А вот так не хочешь. Ау, что это такое? На, Господь я маг воды и огня. А ты так, молнии. Так, потушился быстрее. А вот тебе, Господь Иисусе! Господь, это я! Иди Опа. Сюда! А-а-а, точно, он же может просто телепортироваться. Но это нечестно. А-а-а, что это такое? Кабан, кого ты призвал? Ой, это злые ребята, с ними лучше дела не иметь. Блин, так, еда вообще, это самое противное. Золотой мака. Добрый, это ты? Добрый, я не думал, что ты так быстро превратишься. Не, я еще не золотой мака. А кто ты? А где ты? Кажется, я нашел место, где бегает... Ледяной дракон. О, пойдем к нему. Я как раз огненный, может, вообще убью его резко, быстро, четко, дерзко. Не думаю, кабанчик. Так, курочка. А
так. Так, ладно. Пока добрый там где-то воняет, я пойду тоже опять за железом. Мне надо взять кирку. Ну и пойду за алмазами тогда уж. Что, на Майнкрафт все-таки пройти, а не друг друга убить? Ага, добрый, походу, там. Интересно. Хотя, может быть, где-то здесь. Опа, я вижу одного. Какой ты заметный, кстати, классный стал. Вообще, очень ребят, хорошо. Ребят, у меня проблема. Мне в пещеру не сходить. Я большой. Мне не зато пройти я туда. Зато я сейчас схожу в твою пещеру. Только не в мою. Ищи другую. Кстати, как я смешно так дергаюсь. Ня-ня-ня-ня-ня. Добрый, ты где? Да я уже рядом, кабанчик. Так, ну-ка, где эта электрическая беседа? Включай! Нет! Так, я-то себя могу потушить. А вот как он. А, элементали чертовы. Не, это будет сложнее, чем я думал. Надо все-таки покушать. У меня вся еда закончилась. Надо опять идти коров искать. Странно, что я в своем заклинании горю. Хотя, может, не надо просто бегать в нем. Какой классный у меня горящий герой. Мне нравится, не хотел бы его менять. Мне, в принципе, мой тоже нравится, но что-то как-то это... Кстати, может, я водой их могу убить? Да, я гений! Чё ты? Я водой могу огненных элементалей убивать, и все, нет проблем. А, да? Чё себе? Вообще шикарно. Идем на поиски говядины. Так, это не говядина. Вот, баранина, отлично. Ой, да кабан тут вообще... Чё? Повезло мне. Сейчас мне уже не надо будет, наверное, еды вообще искать. У меня тут куча коров вообще огромная. Огромная коровья куча, добрый, но это, по-моему, не еда. Это, по-моему, куча коровы просто. Так, все, я покушал, еды приготовил. Идем за добреньким. Так, где он там? Какой-то элементалек стоит. Ну-ка, идем за ним. Черт, это я зря. Фига, ноль урона. Так, добрый, у тебя что, сушняк был? Рыбу соленую, что ли, натрескался? А ты что тут застрял-то? Кто тут всю воду выпил? Ты думаешь, я застрял? Я ж маг воды, что мне тут застревать? Да я только жирный, я не могу тут... Давай, залезть пока, на берег тогда. Не могу нормально. Я не могу реально нормально на берег залезть. Я просто бьюсь об текстурку. Помогите! Давай, помогите, я тебе помогу, кругом! Кабанчик. Иди ко мне, я кто-нибудь тебе помогу. Кто-нибудь на помощь? Так, это враг, и ты иди. О, фига, я торнадо могу водно делать. Так, а кто это меня бьет? Ладно, я на дно. А что, не сработало? Не понял. Ага, воду не работает. Че, почему? Все, добрый, я уплываю от тебя. Да, уплывешь ты. Кусить надо. Как мне попасть на... Опа! Как мне... Ладно, я в пещеру. Поставлю факел. Да. А, это не пещера! Это сокровищница дракона! Ой, крипер! Ай! Да я застрею из-за того, что я большой, круглый, неудобный. Отлично, ребята, посмотрите, чего есть у меня теперь. Так, тут железо готово, изумруды, так. Железный меч новый, да, отлично. Ой, как много железа. Опа, это кто-то тут, это уже плохой тут пришел. Добрый, а что это ты тут это делаешь-то? Я тут вижу, что ты плюешься-то. Я вижу, я ты заплевываешь. Я тебе хочу расплавить тут. Вход. А, ты хочешь мне вход расплавить, добрый, только нет. Так, еще элементали эти вонючие, помимо собак проклятых. Так, убил собаку. Это что такое? Пора выбираться отсюда. Так, не, ладно, это была плохая идея здесь драться. Я, пожалуй, тоже лучше уйду. Тут какой-то склад элементалей и собак. Сваливаем отсюда. Так, у меня осталась последняя курочка. Добрый, ты где? Давай будем драться. Последняя курочка? Ты еще хочешь со мной драться? Ты что, с ума сошел? Я дам тебе последний бой. Ау. Нет. Где мой щит? Так, где мой щит? Вот он. Погнали. Ай, блин, заклинание так долго восстанавливается, это с молотом. Да, ты блин, ты телепортируешься, а мне сложно за тобой по деревьям бегать. Я застрею, я толстый. Ой, бегает, тут ищет меня маленький. Ой, на. А ну-ка, иди сюда. Опа. Как же ты надоел поджигать-то. Так, поедем. Я еще упал в лаву. Отлично. Я иду за ним. Чё этим всем элементалям от меня? Ай. Я стану большим, я их убью. Опа. Они сами решили в воде поплавать. Интересные ребята такие. Ладно, у меня есть еще пора. Что? Каким образом птица схватила меня? Каким? Каким образом она может хватать больше, что ее находит? Встань! Меня пытаются все убить. Её. Почему? Чё за замедление? Я так, надеюсь, я сейчас в воде опять стану больше. Все, ребята, я переродился. Теперь я настоящая кабаниха. Я пройду Майнкрафт, ну или, возможно, просто убью доброго. Кстати, вот там какой-то дракончик летает. Сейчас я отомщу всем этим драконам за то, что они портили нам впечатление. Как летать? Так, ладно, кабанчик, я тебя даже так убью. Тебе что, базовый курс по летанию драконов не объяснили, что ли? Так, ну-ка, берем новый посох. Все, добрый, готовься. Держи! А почему тебе урон не наносится вообще?
А тебе наносится? А мне? Ну, ты не попадаешь. Не, а там лучики, они хоть бьют тебе? О, не, нормально так наносится, кстати. Так, все, отлично. Я ходить не могу из-за того, что я слишком огромный. И это огненная торнадо, похоже, вообще на какой-то маленький пукич. Так, ладно, буду пытаться убить его посохом. Потому что Майнкрафт мне уже таким не пройти. Мне не повезло немножечко с мобом. Я стал каким-то большим непонятным чумпой. Мои молоточки тебя могут бить. Заработали. Адак! Тихо, чё так много? Кабан, честно. А если вот так вот? Что это за плевок? Что? Ай! А вот это лава. Где надо? Так, ладно, у меня есть вода, я могу потушиться. Или нет? Я не могу потушиться! Я слишком большой! А потому что слишком много. А тебе это вообще нормально? Ты хоть чувствуешь, что нормально, я-то хотя бы улетаю. Да, у меня уже пол хп нету, так еда закончилась. Ладно, так. Сейчас мы вот таким образом просто... Ладно, на тебе сферу. Прямо в глаза. Так, да, я вроде попадаю. А, нет, это по земле просто... На, гори. Добрый, может сдашься просто, я Майнкрафт пройду, выиграю. Нет, ты сдавайся, ты большой, тебе не пройти Майнкрафт. Я хоть... Сколько у тебя хп? Я за дракона хоть как-то смогу, может. Добрый, да я хочу пройти Майнкрафт, и дракон, надо убить дракона. Суть Майнкрафта убить дракона... Не получится. Я давай могу просто улететь. Я тебя не надо убивать. Сколько у тебя хп? Так, не важно, сколько у меня хп. Главное, что у тебя должно быть меньше. Да ничего ты не попал, чего хоть ты это вот придумываешь-то. Все, добрый, так, просто ладно, бьем давай. Друг по другу, пока кто я выжгу тебе пузо. Я заплю тебя конфетками. Конфетками заплюешь? Звучит пострашнее, чем у тебя. Добрый уже лагает в Майнкрафт! А сколько у тебя хп-то вообще? 1000! Сколько? На, получай! Сколько? Лови по откуда пузу! 1000? Что происходит, кабан? У меня заклинание уже кончились. Крылышки подбил! Подбил твои крылышки, да? Все, у меня палка закончилась! Не повезло! А как мне в инвентаре разбираться? А, вот так. Так, что у меня есть еще? А, меня кто-то травил! У меня что это? Она меня сейчас убьет! Что это прилетело? Подожди, я сейчас умру! Нет! Отлично, как улететь? Нет! Доброго убили какие-то земляные кабаны! У меня 1000 хп, а сейчас уже пол сердечка. Ладно, ребят, на этом. Я сдох тоже. Ну ладно, ты сдох быстрее. На этом серия подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, выиграл. А также, ребята, напишите, пожалуйста, в кого нам превратиться в следующий раз. А всем спасибо за просмотр. Всем добра. Всем пока. И большого кобьяна.